На выставке World Food 2022 немало гостей из Ирана, и рядом с нами сейчас один из участников из этой страны, Хамид Аль-Баси. Хамид, здравствуйте. Расскажите, что вы сегодня представляете на выставке? Я знаю, что у вас две компании. Салам арз адабам хидматтун. Меня зовут Хамид Аль-Маси из компании Azar Food и Azar Sharp. Мы одни крупнейшие производители концентрат и пюре, фруктовые пастила, в том числе разные вафли, кексы и пастила, и дрожжи, и шоколад. И что-то из вашей продукции уже есть в России, или вы только заходите на рынок? الان از محصولات شما چیزی در کشور روسیه هست؟ بله ما الان یک نماینده داخل روسیه برای لواشکامون داریم. نشد ناشی فروکتو و پیستلا. ولی الان دلیل حضورمون اینجا نو سل ناشی присутствие в этом замечательном мероприятии, что объявляет, что для наши партнеры мы готовы совместной работы. Даже для поставить первые материалы и даже готовые материалы. И надеемся, что хорошо, с Российской Федерацией у нас будут партнеры хорошие для представителей нашей продукции в России. Уже второй день выставки, и был ли какой-то интерес к вам уже со стороны клиентов? Да, конечно. Много участвовали, которые даже с Россией и других стран, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, и некоторые представители из других стран. Мы могли встречаться, и на нас было очень полезно эта встреча. И надеемся, что у нас будут хорошие партнеры в России. Что ж, мы желаем вам удачи на этой выставке и надеемся, что вы найдете здесь действительно хороших, добрых партнеров. Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо.